Хей-хей, здорово, народ, какие дела? С вами Серега Халье, вы смотрите канал Хелплей. Надеюсь, у вас отличное расположение духа и прекрасное настроение, ведь мы с вами сегодня продолжаем проходить игру под названием Sin Slayers и уничтожать разные грехи и не только. Так, у нас сегодня что по планам? Мы с вами пойдем квестик один выполним в обычную локацию, настакаем себе греховности и так далее, для того, чтобы вытащить хороший лут, заодно разблокируем нового персонажа, а потом пойдем убивать новую, в общем-то, новый грех — лень. Лень будем убивать, прочитаем о нем потом, когда уже пойдем его убивать. Ну а пока, бро, чаек за ваше здоровье, не хворайте нам. Ну что? Ну что я могу сказать? Пора двигаться дальше, да? Давайте, во-первых, посмотрим, что у нас там по квестам. Так, пигман-воины, надо уничтожить их, найти. Пигман-воины, они, так... Задание сохранить прогресс, да. Старинные монеты. Так, пигманы-воины, я не помню, где они. Ритуальный кинжал, это ритуальный кинжал у нас просто, видимо, получим. Кстати, необходимо оборудование. А, вот нам нужно кладбище уныния найти. Короче, на кладбище уныния нам нужно сейчас пойти, найти молот кузнеца. Вот туда мы и пойдем. Это, по-моему, первая локация. А, нет, смотрите, это вторая локация. То есть, постойте-ка, нам не нужно, да, получается, идти на первую. Хотя первый... Так, пигманы-воины, они находятся на первой локации. Просто если они на второй, давайте пойдем на вторую, тогда время прочитать про... время прочитать про второй этот... Про вторую эту хрень. Лень. Второй Син-Лорд. Лень никогда не покидает своего трона, но это не значит, что его легко одолеть. Обычно он равнодушен ко всему, но если нарушить его покой, свирепеет. Лады. Очень-очень страшно, конечно. Проклятие Модификатор. Победи призрачный жнец, чтобы открыть путь к Лене. Да, сначала надо призрачный жнец. У нас на пути стоит. Надеюсь, мы его от Трахан Зипопен. Угу. Так, давайте применять вот эту штуку. Ясно. Дверь склеп. Окей. Обыскать. Вы исследуете дверь, причем интересно, у меня нет ничего такого, что могло привлечь ваше внимание. Ладненько. Портал. Нет, оставим портал. Портал мы с вами оставим. Ловушка, конечно, обезвредить. Кстати, касательно обезвреживания и так далее. Ну, у нас вроде бы все есть, да? Все нормально. Сейчас куча еще фигни всякой. Так, ключики, воскрешение, лечебная курица тоже у нас стоит. Нормально, нормально. Живем. Так, бой! Бой! Так, больно бьет! Больно бьет! Понятно, вообще больно бьют. Вообще ужасно, ужасно, просто ужасно. Так, давайте. Давайте сразу на нее. Она у нас имеет слабость к этим атакам. Так, а этот парень у нас уязвим тоже к стрелам. А здесь нет уязвимости, да? Ну, давайте. Или добьем. Давайте добьем. Вот так вот сделаем, поскольку уязвимости все равно нет. У них ни к чему. Так, священным ударом сюда. Сойдет. Опять больно. Ярость нам, кстати говоря, дало. Стрельнем сюда. Не добили. Хорошо, добьем так. Добьем так. И опять магии святости. Уклонение. Ну, конечно. Конечно. Конечно, уклонение. Как же по-другому? Так, ставим меточку. Бьем так. Второй у нас не сработал. Хилимся. Нам нужно уходить с фул хп. Как он задолбал, блядь, нее, вот, серьезно. Давайте. И вот так вот просто. Просто уничтожили. Ничего интересного. Не получили. Но мы с вами прокачиваемся. Так что, понятно. Здесь тупичок. Тупичок, тупичок, тупичок. Обыскать, конечно. Ничего не нашли. Но мы постакаем грех, потому что лучший шмот падает, как я уже понял. Осквернить, конечно, господи. Понятно, вообще ничего не находим. Обыскать! Небольшой алтарь. Теперь можно помолиться, прикоснуться можно. Интересно, что будет?
А, защиту настакали, видали? Можно через алтарь, кажется, еще и себе защиту фигарить. Взломать. Так, старинное лечебное зелье, отлично, ресалку получили. А ведь здесь когда-то жили люди. Блять, правда, ведь когда-то это было, осмотреть. Мы сами стакаем, грех. Здесь монстры вроде бы не такие сильные. Ну, по крайней мере, обычные. Обычные, да? Поэтому можно постакать грех, чтобы... Чтобы, в общем-то... Опа, новое что-то, смотрите. Постакать грех, чтобы прокачаться. Непонятная хуйня. Ага, так. Ну, в принципе, терпимо. Давайте. Мы знаем, что этот парень нас боится стрел. До свидания, ёпта, бля. Домой, бомж. Уклонение. Бля, хуёво. Но он, наверное, боится света, мне кажется, не? Да, но это... Блядь, просто ваншотнули. Свет его просто ваншотает. Так, нужно поставить, не забыть, от ловушечки. От ловушки. Вот не нравится, знаете, очень не нравится, что не складывается вот эта хуйня, да? И вот это вот тоже. Вот у тебя есть эти предметы здесь, но он их перемещает в инвентарь. Это неудобно. Разработчики, если вы нарветесь на этот ролик, я вас прошу. Вот обратите внимание. Я уверен, что многим игрокам было бы это очень удобно. Так, закрыть. Едем дальше, да? Обыскать минус греху. Давайте обыщем. Вернее, плюс. Что мы там получили? Понятно. Прикоснемся просто, не будем сбрасывать грех. Не заинтересован я в сбросе греха, ребята. Хочу быть грехом, плохим мальчиком хочу быть. Хочу быть плохим пареньком. Идемте дальше. Бля, какая-то локация больше или мне кажется? Как будто бы больше локации. Да просто прикоснуться, не буду уже. Опа, в бой. Опа, в бой. Понятно. Ну, даже броню не пробило, я думаю, жопа. Ну-ка, заодно проверим, есть ли уклонение. Бля, ну это пиздец. Ну что это такое? Понятно. Ну, к мечам у него нет никакого иммунитета. Оно и понятно, я и не надеялся, в принципе. Так что да. Победа. Удивительно, что этот призрак носил с собой морковку. Осмотреть. Молот в могиле. Взглянув в могилу, вы увидели останки умершего и три предмета. Молот, рычаг и двуручный меч. Продолжить. Молот, внутренний голос говорит вам, что получится использовать только один предмет. Я думаю, нам нужно нажать на рычаг. Вы услышали щелчок, но больше ничего не произошло. Я думаю, нам нужно нажать на рычаг. А если еще раз? Не, ну двуручный меч мы не будем, тогда молот. Вы поднимаете молот и спокойно уходите. Да, потому что нам нужен молот. Хотя вот там есть еще двуручный меч, даже не знаю. Продолжаем исследовать. Кстати говоря, здесь вот поганки здесь встречаются, видали? Во-первых, новые опять, да, чуваки. Но здесь не встречаются эти хрюны-мухрюны, которых нам нужно убить. Нам, наверное, придется первую локацию за ними все-таки отправиться. Я просто думал, что вдруг они здесь есть. Но ничего, нам все равно надо было исследовать эту локацию, правильно я говорю? Так, эти мухоморы, они будут дебафать. Ну, давайте начнем с этого. Я как бы, ну, в принципе, не знаю, что еще сказать. А, у него нет уязвимости к этому. У него... А, слабость к мечам. Просто вынесли его сразу. Давайте на могилу попробуем использовать силу святости. А, нет, уязвимости к... у этой хрени нет. Давайте проверим на лук. На лук, наверное, тоже не... А, слабость к луку внезапно. Пфф. Вот это сюрприз, motherfucker. Да? Это сюрприз. Мы, конечно, ебошим как боги, да? Это потому, что мы еще шмот хороший нашли. Это, знаете, как Darkest Dungeon. Там тоже стакаешь себе, в общем, тьму, да, и награда больше. Вот тут то же самое. Больше греха, больше награда. Так, ну этого мы сейчас вынесем вообще в жопу. Для нас это не соперник, абсолютно. До свидания, блядь. Домой, бомжатская пчела. Или как там тебе? Добьешь? Хорош. Еще и персонажи, смотрите, почти уровень взяли. Красавчики. Молодцы, молодцы. Майда изи, падший воин здесь. Понятно, всякие надгробия. И еще опять новый паренек, опять духи сплошные. Ну, это, собственно говоря, предсказуемо. А, давайте начнем... А, 100%, да, у него? Давайте с него и начнем тогда. Мне кажется, слабость какая-то. Так, добьем, наверное. Вот так вот, чтобы он ничего не делал. Обычная атака, да, плевать вообще. Удар с разворота. Чисто Виртухан нам прописал. Проверяем его на слабость к святости.
Уклонение, блядь. Так, у него слабость к дальним атакам. Добиваем его. Заряженный удар какой-то еще. Вообще посрать на тебя. Давай, ну. Слабость, ну понятно. Критой мы просто вынесли, ваншотнули его. Всякие вкусняшки получили, которые мы пока с вами совсем не используем. Ядовитый слизень, кстати, здесь обитает. А свины? Свины где? Ну, нам нужны свины. Не хочется идти, честно говоря, в эту локацию и дрочить свиней. Но придется. Уклонение, блядь, хорош. Но придется. Придется, ребят, идти дрочить. Осмотреть. Плюс греху вообще без проблем. Обезвредить. Так, обезвредить. Какая жесткая локация, осмотреть. Опа, мы с вами что-то только что получили. Вот это вот мы получили. Так, кому он может быть полезен? Так, а сравнить мы никак. Так, 7F урона, 7M урона. 22 мощи, макс. Так, а статистику как-то можно было посмотреть, я не помню как, правда. Или никак. Нет, как-то, блядь, можно было, подождите. А, вот так. Основная влияющая на урон, носимый умение персонажа. А, нет, вот итог, типа, по умениям мы не можем. Какая-то его уровня. Так, ясно. Но тогда для нас не вариант. Ядовитый меч, он хуже тесака, который нам упал, определенно. Тот еще броню дает. Тот еще дает броню, так что нетушки нет. Конечно. О, пигман воин, нихуя, он все-таки тут есть. Прикиньте, сюрприз. Он все-таки тут есть. С ума сойти. С ума сойти. Так, уязвимость к свету, уязвимость к этим, уязвимость к свету и этим. Да, к лучникам ни у кого нет уязвимости здесь. О, зато мы кританули как, да? До свидания. До свидосики. Ну и все. Почти уровень. Еще один файт и будет левел. Вот это нам и нужно. Надо посмотреть, правда, по квестам. Нам именно пигмен воинов надо убивать или как? Уклонение. Ну, охуенно, блядь. Умрешь? Ну, да, у него уязвимость, конечно, умрет. Конечно, умрет. Так, хотел посмотреть. 10.56 мы уже убили. Да, пигмен воин. Ну, я не знаю, они, наверное, может быть, на всех локациях встречаются. Может, нам не надо идти их фармить на определенную, да? Так, бестиарии, давайте немного глянем. Вот кто. Призраки, призраки неупокоенных душ обитают на кладбищах и бросаются на любого, кто приблизится к ним. Могут наложить проклятие на неприятеля. Фантом, призрак благородного воина, павшего в бою. Вечно ищет одобрение хозяина, готов на все ради него. Надгробие. Магическое надгробие не атакует, но призывает на бой своих союзников. О, он самонер. Могильщик, свихнувшийся копатель могил оглушает противника лопатой. А, на этом все. Окей. Блять, нихуя себе, она реально больше, по-моему, это просто пиздец. Так, можно купить вот эту хуйню, великое копье, нам оно вообще не нужно. Зелье можно купить, оставить. Бой. За один присест разобрались. Нет, еще не качнулись, не хватило опыта. Вот сейчас с этого качнемся. С этого-то мы должны качнуться с вами. Так. Лучше, блядь, монахи не ударили, чтобы нам ярость сделать, да? Так. Давайте добьем ее.
А, мы не добили ее, бля. Мы не добили. Минус 30 защиты. Жестко, однако. Кровотечение, да, давай добавили? Что-то такое. Так, добиваем. Так, а у этого слабость? Отлично. Просто супер. До свидули. Изично. И опа! Ритуальный кинжал, это то, что надо, да? Это нам, мы еще один квест выполнили сейчас. Это еще один квест, ребята, по-моему. Правильно ведь? Или почему нам не показывает? Да, ритуальный кинжал. Мы раздобыли его, действительно. Смотреть. Эй, вы там, я вас слышу, вы тут? Да, ты чего в мешок забрался? Я тут прячусь. Ух ты, а от кого? От кого? Да тут все либо сошли с ума, либо жаждут человечиной полакомиться. Либо повставали из могилы, хотят сделать мне больно, а я не хочу боли. Так что мне и тут хорошо. Ну ладно, если у тебя все хорошо, то зачем ты нас позвал? К слову, не все у меня хорошо, и кажется, мне нужна ваша помощь. Не так давно мне пришлось убегать от толпы деревенщин, они угрожали мне расправой, кажется, они были чем-то одержимы. Так вот, они гнались за мной от самой деревни, той, что за этим кладбищем. И пока я бежал, кажется, обронил одну очень ценную для меня вещицу, старую шкатулку. Наверное, они ее подобрали и забрали с собой. Очень занятная история, конечно, ты хочешь, чтобы мы ее вернули? Вообще, зачем тебе нам помогать? Но когда я прятался, обнаружил в этом мешке пару магических предметов, и я с магией не в ладах, а вам, возможно, они бы пригодились. Ну а почему бы нам прямо сейчас их не достать из мешка и забрать? Напасть! Мы не хотим тебе помогать, иди сюда. Нет, только нет, оставьте меня в покое. А вообще, кто это? Мне просто показалось, что он на самом деле фейкует. Сечете? Я к тому, что он какой-то просто тоже какая-то тварь невиданная. Награды нет. Ладно. Опа! Видали? Мы с вами что-то получили. Кольцо какое-то получили. Так. Кольцо, принадлежащее колдуну-предателю, который перешел на сторону врагов. За это бывшие соратники четвертовали его, а его магическую силу заключили в этот камень. Ага, можем с этим поменяться, да? Так, а что это дает нам? 16 максимального здоровья, 4-10 брони, это дает 16... Блять, ну какие же пососные предметы, бля, я в ахуе. Мы раздобыли гораздо лучше, просто хуярись, понимаете? Так, давайте апнемся. Расстановка героев... А, вот, кстати, расстановка героев, где можно поменять. Лол, блять, а я не знал. Так, увеличить уровень. Гей, да? Какие они у нас крутотецкие-то становятся, да? Так, и новый монстр у нас появился. Крестьянин. Одержимый крестьянин готов заколоть вилами любого, кто встретится на пути. Так видите, он был одержимый все-таки. Вот так вот, блядь. Одержимый шкатулка какой-то. Не зря мы его расхерачили. Так, можно, кстати, скрафтануть тут всякое. И что нам еще нужно? Вот это почему я не прокачал? А, у меня нет камня нужного, да. Да, у меня нет нужного камня. Хорошо. Осмотреть. Открыть. Но классика. Я уже, знаете ли, заскучал. Заскучал без нашего дорогого друга Мимика. Уклонение, нихуя себе. Вот это сюрприз, мадафака, для Мимика. Изичное уклонение. Мы его сейчас, по-моему, быстро очень разберем. Так, а у него вообще неуязвимости ничего нет, да? О, ну я, он слишком слаб для нас уже. Слишком для нас слабый. Вообще не, он никого не пробьет. А, ну только с таким супер ударом, да. Получили парочку свитков и прочее дерьмо. Так, смотрим на карту. Идемте. Конечно, смотреть.
Бля, ебать, мы сейчас греха-то не настакаем так, что сдохнем в итоге, а? Вот сейчас мы сейчас настакаемся, блядь, и отъедем. Я вот тут только сейчас подумал об этом. Так, к свету, уязвим к стрелам. Хорошо, давай. Уклонение. Ну, конечно, блядь. Удар с разворота, херня. Бля, я забываю локации обыскивать опять. Я вообще что-то про это забываю. Ну, здесь какая-то херня одна в них, на самом деле. Ресурс, правда, дополнительный. Бля, нихуя себе, чуть надгробие такое жесткое. Бля, надо сначала нам надгробие разъебывать. Бля, два раза уклонение, ты шутишь, сука. Да нихуя, оно просто сумонит за один ход. Вообще, ничего не делает. Хорошо, что быстро раскидали их. Но монстры пока не сильные. То есть сами монстры, они особо проблем не создают. Вот что я скажу вам. Так, а что мы сейчас получаем вообще? 50% увеличены ресурсы. Монстры увеличивают на один свой уровень, и босс и синлорд на два уровня увеличиваются. Вот это пиздец на самом деле. Я даже не знаю. Понятно, фантом тут. Я вот даже не знаю, стоит ли нам сейчас так выебываться, а? Вдруг мы сольемся. Готово. Ладно, зато ресурсики пофармим, правильно? Блять, в бой опять. Жалко, свинов здесь нет. Свинов нет, это плохо. Свидание. Давай, атакуй. Давай, да, по трупу. Контрольный тычок. Так, тут тоже ничего у нас, да? Нет, оставить портал. Обезвредить. Кстати, у нас, по-моему, больше обезвреживалок-то нет, да? Так, курицу надо сюда сложить. 30% здоровья. Ну, давайте такой, экстренная курица. Отдохнуть нет, не надо. Осмотреть. О, путники, прошу я вас, послушайте мою речь. В ней только правда без прикрас, разящая как меч. Слушать голос из могилы не лучшая идея, но ты нас заинтриговал, что ж, рассказывай. Когда мне было 20 лет, ушел я на войну, врагов крушить, хранить от бед любимую страну. Осталась мать моя одна, рыдала каждый день, от горя умерла она, растаяв словно тень. Печальная история. Но перед смертью мне письмо отправила она, конверт от слез ее развок, размылись письмена. На битвы все я брал с собой письмо, как ценный дар. Но вот случился страшный бой, меня свалил удар. И подлый враг, меня добив, украл мое письмо. Прошу я вас, коль вы добры, мне возвратить его. Твоя история и вправду пробивает. Мы поможем тебе. Только где нам их искать письмена? Письмо. Вор, павший воин, где-то тут. Он бродит без стыда. Когда я бы не лежал как труп, он сгинул без следа. Мы победим павшего воина и принесем тебе письмо. Хорошо. Павший воин, блядь, вот изи, блядь. Просто нашли его за первым поворотом, блядь, нашли его. Я вообще почти ваншотнули. Ого, оглушил его все-таки. Это не очень хорошо. Нормально, плюс я... Сколько будет стоять быть стане? Угу.
Но окей, все еще в стане. Нихуя там стан, конечно, пипец. Что-то жестко для стана. Так, мы не получили письмо, если что. С него выбить не удалось. Что ж, будем иметь в виду. Фантом, отгробие, отшельник. Поехали. Поехали. Так, уязвимость, уязвимость. Хорошо. Нам надо надгробие сначала вынести. Он заебет нас. Иначе, если мы сейчас кого-то вынесем сразу, оно скастует и опять будем убивать. Это, конечно, неприятный юнит. Спору нет. Так, кого там уязвимость к чему? Понятно. Бля, 2 хп, ну это, конечно, просто замечательно. Бля, надо было вот это убить, на самом деле, я тупанул. Ну ладно. Пух, уклонение, хорош. Красава, блядь, земля пухом матери. Хорош! Ваншотнул. Нихуя тут событий. Блять, фантом один. Все. Ой. Ой, эти схватки с одним чуваком. Давайте осмотрим. Ебать, мы греха настакли, пиздец. Ожерелье с изумрудом. Макс Рыба. Кстати, мы получили такое же ожерелье, которое сейчас на нас. Да? 16, 16 брони, 7 защиты. Да, то же самое. Никому больше его, правда, нельзя использовать, но окей. Я вот не знаю. Давайте, ладно, прикоснемся просто. Увеличивает на 10%, получаем монеты, в бою 75 ресурсы. Бля, вот как бы нас, конечно, не рипнула моя смелость излишняя. Да, ребятки? Как бы не рипнула моя смелость. Кстати, бафы, они заменяются. Вот сейчас поэтому поймем, насколько у нас есть проблемы. Так, ну здесь работал перк наш от физического урона. Ну, так-то да. Заметно уже, конечно, они пожирнее, хотя эта муха могла такая попасться. Ну хотя вот по урону хуйня. Блять, уклонение, серьезно. Так-то по этим вроде бы ничего страшного. Блять, ну какая же локация огромная просто. Падший воин там. Может быть, снова выбьем. Отлично, надгробие впереди стоит. Бля, уклонение от того, что он стоит впереди, блядь, и уклонение. Я просто... Как нахуй так? Давай, давай, добей его. Бля, нихуя не добила? А почему? А, уязвимость к стрелам. Ну да, стрелы у нас обоссались. Да, бля, серьезно? Я в ахуе просто. Смотрите, сколько ходов мы проебали. Могли спокойно размотать уже кого-нибудь одного сверху. Ну нет, нахер. Нет, конечно. Да ёб твою мать, ты чё, сука, шутишь? Хилиться вообще не будем, я после этого применю просто ее обилку. А, этой, на хил. Если бы она сейчас промахнулась, я вообще охуел бы. Тупая лучница, блядь. Где ее учили стрелять вообще? Опять падший воин, да? А мы сейчас... А мы вроде письмо получили, не? Блядь, уклонение. Тупая ты шалава ебаная. Господи. Какая же ты бесполезная хуесоска. Правда, у нее есть очень мощная комба, конечно, против боссов, да? И других жирных существ.
Да ёбаный, ты серьезно? Я в шоке, блядь. Я просто в шоке. Какая, блядь, тупая шмара, ёб твою мать. Да могла бы еще раз промахнуться, чё ты, шалава? Еще этот уёбок у нас второй удар не прокает. Ой, танец мечей, блядь, сейчас как бы ее не рипнули. Конечно, уклонение, да. Окей. А вот письмо, вот оно. Сейчас выпало. Да, держи, это облегчит твои душевные страдания. Я ждал 100 лет, и, наконец, письмо опять со мной. И пусть я все еще мертвец, но счастлив, как живой. Ожерелье какое-то получили. Вангуй, что ожерелье параша просто полное. Ну да. Можно было, блядь, и не ванговать. Параша та еще. Так, давайте воспользуемся фонтанчиком. Ага, нихуя себе так мало регенит. Окей. Окейушки. Здесь вообще ничего. Пойдемте до конца верха следуем. ППЦ локация, конечно. Кто бы мог знать. Фантом. Ну да, сейчас мы его за один присест, конечно, не убьем. Они стали посильнее. А, нихуя, убили. Жестко недооценил я нашу монахиню. Так, босс. Отойти. Блять, у него плюс 4 уровня, я в ахуе. Плюс 4 уровня. Ну, уклонение, да. Я вот не знаю, на самом деле, кого заменять из этой пати. Если заменять. Рыцаря, возможно, какого-нибудь там супер прям ёбаря. Крутого. Если его одеть нормально, он, в принципе, будет найс. Еще греху подняли, ебать. Я сейчас буду на максимальном грехе убивать его, пиздец. Что дает нам? Стоп, это просто жесть. Это просто жесть. Просто жесть. Найс, поебалу получили. Еще поебалу получили. Хорош. Кольцо со звездой. Так, вот это, кстати говоря, может быть лучше, чем наше. Сейчас глянем. 10, 13, 3 уклонения. Нет. Бля, лол. Вот это мы нормально нарвались на куски говна. Ничего не скажешь. Так, тут ничего. Пойдемте вниз исследовать. Призрачки всякие. Так, ну я думаю, не будет это для нас проблемой. Напомните мне, у кого там уязвимость к стрелам? Ни у кого. Ни у кого. Понятно. Н-
Нормасик мы ему втащили. Отлично, щит сработал. Правда, он застанил. Что совсем не круто. Или хотя бы его убьют. Бля, нихуя, каждый раз будет станить. Он там не охуел ли? Бля, ебать, он реально что ли с каждым ударом станет? Я в шоке. Ладно. Он жесткий противник так-то. Если вот, например, такие два чувака будут с боссами, это будет Габелла. Учитывая, что еще у босса плюс 4 к уровню. Бой. Так, надо сразу могилу убивать. Надеюсь, мы успеем его убить. Пока он... Нет. К сожалению, он ходит раньше. Ну, ладно. Ладно, хотя бы так. До свидания. Да, но с мобами все нормально. Все. Но мы на максимальном с вами уровне греха. Да? Но обычные мобы нам вообще. Отлично, ключи и эти получили. Давайте возьмем их. Так. И так. Да, нам уже нет смысла не осматривать. У нас максимальный уровень. Грехопадение. Такс. Опять надо с могилы начинать. Нормасик. Да, маловато святости мы бьем по падшему пареньку. Бля, ёб твою мать, ну за что нахуй это мне? Почему эта манда ебучая, блядь, так сильно... фейлится. Я просто в ахуе с нее. Мы, может быть, даже сможем с вами скрафтить и этот, ребят. Для инквизитора. К нам инквизитор-то присоединится, да? Вот надо их будет протестировать еще, этих персонажей. Понять, что есть хорошо, что есть нехорошо. Осмотреть, да. Понятно. Отлично. Отлично. Так, что еще не исследовали? Где-то здесь, да, и можно идти к боссу. Мы с вами, кстати говоря, на фулл хп. А там еще, кстати, нормальный след. Нормально, плюс один ярость 7. Так, одного минуснули, хорош. Этот гриб бесполезный. Типа убирает с нас хил, но... Когда у тебя пати такая, как у нас сейчас, нам вообще плевать. Блять, вот это уклонение, я вах. Как гриб, блять, может уклониться? Тупые вы шлюхи. Да вы, блять, смеетесь, вы долбоебы. У вас что там? Линзы, блять, выпали из глаз. Я просто в шоке. Что за... Сколько всякого мусора получилось?
Блять, опять бой. Мы сейчас так прокачаемся еще. Так, нас сразу этого петуха, блять, убивать. Да, до свидания. Заебет нас станами. Так, еще одного свина нашли, это хорошо. Давайте посмотрим по квестам. По квестам у нас... А, два пигмен-воины. Только воины засчитываются, пигмены. Другие пигмены не засчитываются. Прикоснуться. В бой. Кстати говоря, можно было бы взять баф такой вот от алтаря, да, и пойти убивать босса. Вот так можно было бы сделать. Потому что баф после боя спадает, да? Да. Абсолютно ничего интересного. Так, мы вроде бы все исследовали, да? Ну что, пойдемте босику ебало бить. Надеюсь, что мы сейчас не опиздюримся. Учитывая ситуацию. Я вот знаете, что думаю? Может быть, скрафтить большое зелье? 50 здоровья лечит, да? Давайте вот так вот сделаем. На всякий пожарный. И заменим... Вот так. Ну что, ни пуха, ни пера, на максимальной греховности, да, так сказать, на ультра-харде, мы с вами отправляемся. У нас у босса плюс 4 уровня, блядь, это же будет полный пиздец. Он первый ходит. Ебать, а, ну не, в принципе, нормасик, да. Так, ладно, мы не используем эту стрелу. Так, у него есть уязвимости, но мы их пока не видим. Хорошо. Стрелы... Он не уязвим стрелам. Понятно. В общем, ко всему устойчив. Бля, хуёво. Так, стакаем на него эту хуйню. Это уклонение. Так, себя хилим. Живем. Так, теперь. Хорош. Хорош, просто отлично. Ебать. Ебать. Это почти ваншот был вообще-то. Ой, она только половину зарегенила. Если сейчас ей ударить, ей пизда. Окей, повезло. Повезло вообще-то. Хил. Нормально, нормально, правильно бьет, красава. Чисто шарит. Уклонение, пиздец. Нормас. Живем. Накладываем. А, он до одного хп снимается, где он не ваншот, он до одного хп именно дохуя. До свидания, блядь, бомжар. Бомжарка сраная. Так, мы с вами получили камень, который нам нужен. Ключ и получили коса. 21% ФЗ урона, 1% именно. И 3 мощи, я вот не знаю, что будет на самом деле лучше. Я не знаю, что будет лучше, честно говоря. Так,
ритуальные предметы. Вы раздобыли кинжал, храбрецы! Он у нас, можешь приступать к обряду, старец. Благодарю вас, однако одного кинжала недостаточно. Нужна еще и ритуальная чаша. Уверен, вы сможете найти ее. Точно, мы совсем забыли про чашу. Чаши хранятся в алтарях, советую вам их обыскать. Спасибо за совет, так и сделаем. Так, понятно. Призрачный жнец. Охраняет места упокоения душ, вызывает призраков на битву с тем, кто вскроет могилу его синлорда. Посадит с его косы в ней силы самой смерти. Так, ритуальные предметы, да? Теперь нам нужна, блядь, ритуальная чаша. Так, а что мы там еще выполнили? А, кузнец, точно. Новый молот. Вы мне его отдадите? Да, забирай. Огромное спасибо, храбрецы! Теперь я смогу сделать для вас больше оружия и доспехов. Как видишь, это было в наших интересах. Заняться ремеслом. А, там какой-то вопрос, так давайте выйдем и зайдем. Новая наковальня. Без новых инструментов я не могу работать как следует. Если хотите, чтобы я создал для вас больше предметов, мне понадобится наковальня. К счастью, я знаю, где ее достать. И где же? Недавно я прогуливался вокруг церкви и нашел небольшой пергамент, что-то вроде объявления. Там говорилось, что в деревне поселился алхимик, и он варит супердейственные зелья для всех желающих. А еще написано, что его можно найти в кузнице. Кузнице? Почему он поселился там? Наверное, потому что там уже есть станки, столы и разные агрегаты. Знаете, кузнечное дело и алхимия чем-то похожи. Ты думаешь, этот алхимик мог оставить предметы от прежних владельцев? Вряд ли он переплавил их и продал. Или продал. Для этого вы мне и нужны. Отправляйтесь туда и выясните, что стало с кузницей. Так, в регион деревни зависти. Но это потом. Это потом. Так, что нам там нужно еще выполнить? Так, нам нужна булава инквизитора, да? Ремеслом. Так, мы боевой топор должны скрафтить. Так, боевой топор. Все. Окей, мы сделали булаву инквизитора. Так, и нам нужно с вами еще что? Кстати, она. Так, она может подойти этой. 9 физ, 6 уклонения. Да, она будет сильнее. Вот как бы нам, блядь, на самом деле посмотреть, какой урон она, блядь, будет наносить, тупая шалава. То есть вот именно прям стату урона там и так далее. Видимо, нигде. Так, ну 14 мощи, я просто не знаю, что лучше, 9 физического урона или 14 мощи. Какое эскалирование? Наверное, типа одна, не знаю, может быть одна мощь... Одна мощь, типа один урон? Давайте возьмем тогда. Хотя ладно. Так, у нас есть коса. Давайте дадим ей косу. Лучше. Так. Доспехи, да? Доспех инквизитор. Третий уровень нужен. А, у нас есть эта броня, лол. Мы можем ее сделать. Просто, ну вы понимаете, да, пока не можем. Я вот думаю, может быть, что-нибудь скобать нашему этому. Деревянный посох есть. Хотя нет, хуйня. Ладно, ничего, не будем тратить ресурсы пока. Так, надо апнуть кузнеца. Вот, надо апнуть кузнеца. Так, это мы пока делаем, это делаем. Соответственно, так, что у нас там еще из заданий? Потеряно, это мы сделаем, ритуальные предметы соберем еще. Так, свиньи, ну, блядь, я не знаю, пигмент воина, идти.
За ними специально не буду, по пути будем встречать, тогда ладно. Так, наковальню мы найдем в следующей локации. Это мы сделаем. А, ну а это мы убьем. Да, пока вот каких-то конкретных заданий таких нет. Ну что, ребята, мы, наверное, на этом и остановимся. В следующей серии мы убьем с вами лень. Надеюсь, вы ждете выпуска. Сокрушили лень, чтобы завершить прохождение текущей местности. Да, вот, убьем с вами лень. И делов-то. В общем, все, спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ребят, не забывайте про группу ВКонтакте. Подписывайтесь на нее. И, конечно, у нас есть канал на Твиче. Приходите туда, мы там болтаем, угораем, смотрим видосики, аниме-марафоны, по разным фильмам еще. Короче, если хотите почилить, то это к нам. Ссылка в описании под видео. Ждем вас. С вами был Серега Хелье. Не хворайте, не болейте. Всем пока!